Всем привет, меня зовут Полина, и я сейчас в Вене. Мы только приехали в гостиницу, сейчас вам покажу вид с балкона. Вид, конечно, здесь не самый лучший, но сейчас мы пойдем гулять в центр, там очень красиво. Сейчас вам покажу наш номер, вам он понравится. Вот это вход, вот там кровать, и тут посреди номера душ. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. Сейчас будет самая интересная часть для тех, кто любит шопинг. Ночная Вена не менее красивая, чем дневная, так что любуйтесь. Send up smoldering leaves, the wail of steamers. Two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the coast of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find. You still, these things are dear to me. Мы уже нагулялись, пришли в номер, вот сейчас отдыхать уже будем. И мы нашли самый интересный канал. Последний день в Австрии, грех не попить амбургер. Я не знаю, как я смонтирую это видео, получится оно достаточно или короткое, но если получится короткое, то извините, я поснимаю еще завтра. Мы уже будем отдыхать, всем спокойной ночи. Доброе утро, я сейчас иду завтракать. Я не знаю, выглядит ли это красиво, но как-то так. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш гикобак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. На самом деле, самая приятная часть полета — это взлет. Я не знаю, когда взлетаю,
такое ощущение, что все проблемы остаются на земле, а впереди что-то ждет. В будущем я хочу снять видео, где я буду отвечать на ваши вопросы. Чтобы не усложнять ситуацию, вы можете оставить ваши вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр этого видео. Я вас очень люблю. Всем пока!